Ребятки, всем привет, с вами Серега. Выбрался сегодня на рыбалочку, вот накладку попробуем половить леща, может лень попадется, подивимся. Приехав с утра, вот у нас, как бачите, пасмурно, дождик ішов, мокро все. Ну попробуем, я уже закинул, прикормил, будем пробовать ловить. Прикормочка, ребятки, обычно каша сварена и real fish, лень, карась. Попробуем. Опа, опа, блин. Клевка была, ребятки. Там где лень клюет обычно. Так, ну ладно, будем начинать. Опа, и он 6 клюет. Ладно, ребятки, начинаем. Походу сегодня рыбалочка хорошая получится. Бо пасмурно, рыбка такая люба. Так, ребятки, блин, комари закусывают вообще конкретно. Он все чухается. Нам будем ловить. Поменял я наживочку. И опять была поклевочка. Опа. И тут что-то на воду поклюнуло. Блин, ребятки, что склюнуло. Офигеть. Ух ты ж, ё-моё. Иди сюда. Блин. Кинул, короче, ближе под камышек. Еще поплавок не упал. Что-то его хватает. И резко тянет. Ну там что-то хорошее, блин, есть лень. Блин, и в воду лезть не хочется. Блин. Что-то огромное клюнуло. Ребятки. Я не пойму, что это. Лінь, походу. Ну, всього видно. Привет. А можно попросить помочь? А? Да. Та мені тільки щось срізала одна. А друга взяла. Так я думав, лінь взяв, поняв, під этим, під бережком тут. Сошло? Спасибо. Ты что, ешь? Да, вот это ж тільки так, вперво было.
Хорош эти? Одна кило 200, одна кило. Ну, у меня это срезало, самое интересное, на перловку. А, то, скорее всего, малюк. Ну, а тут я только закинул, понял, падало видно, и она как-то схватила, не знаю. А? Так, ну что, ребятки, блин, оказалось, щучка была, но сошла. Ну, я бы ее, скорее всего, выпустил, потому что была невелика. Так, там что-то клює. Ну, подивимся, погодка сегодня хорошая, в принципе, можно подольше посидеть. А вдруг еще что-то поймается. Блин, самое интересное, что только что отрезала. И после этого сразу же кидаю вот под бережок, хватает на перловку, блин. Есть, ребятки, первая рыбинка, плотвичка клюнула. Блин, наилась прикормка, капец. Вот такая вот ладошечная. Ну, в принципе, стандартная, как обычно ловится тут. Так, сейчас мы ее в ведро кинем. Ребятки, наконец-то, блин. Дождался. Первый подлещик. Блин, я в инстаграме сижу, короче. Не клевало нифига, думал сейчас фоточки выложить. Так, блин, как вы тебя? Такой непоганый. Подлещичек. Иди сюда. Опа, есть. Так, сейчас положим, блин, сейчас все-таки есть смысл ловить. Так, ну что, ребятки, первый есть. Камера подключилась, чего-то. Тихо будь. Такой стандартный подлещик. Непоганый. Возьмем. Блин, первый за сегодня. Сейчас сфоткаю, наверное, его. Как раз еще будет фоточка выложить. Так что, ребятки, подписывайтесь на инстаграм. Фоточки я всегда там выложу. Ну ладно, ловим дальше. Так, ну что, ребятки. Подлещик увидели. Блин, хорошо. Первый есть, можно ловить дальше. Хотя бы смысл есть. То я уже думал, блин, еще посадить, может, и сейчас это и все усматываться, но нет. Есть, ребятки. Блин, камера что-то не включилась сразу. Такий же, наверное, трошки меньший, может. Опа, есть. Красавчик. Иди сюда. Да, ребятки, рыбка только начинает проклевываться. Так, вроде заснял. Блин, самовываживания нет, к сожалению. Есть, ребятки. Другий подлещик такой. Давай, иди в ведро. Да, цей поменьше будет. Блин. Брызгал. Так, ну ладно, ребятки, блин. Уже лучше. Будем ловить дальше. Я думал, блин, просто поплавок положила. Ветром. А оно оказалось, что нет. Так, ну что, ребятки, сижу, я ловлю. После того, как поймался последний, что-то клевать перестало, и уже начинается ветер с носа, блин. Неудобно.
Ну ще може минут 20 посижу десь, бо вже й тепло, блін, так починається жарко прям. Пара. Скоріше всього дощ буде. Ну минут 20 ще посидимо і я думаю, блін, вже собиратися треба буде. Ну що, ребятки, ось така рибалочка в нас вийшла. Сьогодні от поймали два подлещика. Ще була плотва, ну блін, щось в відрі нема. Піду подивлюсь, може десь випригнула. В принципі, вважаю, половили непогано, хоч і не було нічого крупного, но як на сьогодні це нормально. Ще сорвалась щучка одна і срез був один. Так що, ребятки, кому понравилось таке відео, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк, нажимати на колокольчик. Ну і всім пока!